Так, идем дальше. Здесь мы сделали отверстие по полу. Так что давай сюда. Так, надо. Так, опять эти лучники. Добраться. Говорит от всего в этой игре. Все абсолютно. Кроме графики и сеттинга подобное. Сюжет, в принципе, пофиг. Мне интересно только все эти смертные грехи, какие-нибудь боссы. А вот, ну, все остальное. Это боевка, это просто жесть. Ну просто. Она делает все, чтобы не играть только в этом. Что это значит? Я же мимо летел. Там прям в точку надо попасть, чтобы я вверх поднялся или как? Не могу достать. Идем дальше. Что это за штука такая? Типа большой крабик, что ли? Или его мутация? Пищевки, идем дальше. Больше пещерок. Прикольная локация.
Так, сейчас души продадим. Да, но почему у меня нету? Могу учить оружие. Что тебе это позабавит нас обоих? Как хочешь. Алюша. Верхом поход был бы гораздо проще. Слишком рано. Еще раз ты здесь наблюдаешь, а не болтаешь. О, я здесь ради гораздо большего. И ради смерти тоже. Угрожаешь? Пока не решила. Это мини-босс или новая моба? Еще одна твоя очаровашка. Ты этого не забудешь, да? Напротив, он может пригодиться. Ну, прикольная очаровашка, блин. Что у нас здесь? Thank you.
еще хилок нету? Нет, нету. Это тупик? Нет? А, нет. Это похоже на торговец. Точно такой же. Спускаемся. Что тебе это позабавит нас обоих? Как хочешь. Пока, прощаюсь. Могли бы другую звук сделать, потому что одно и то же слышит, надоедает. Чую голубь. Своим гнездом. Пока что оно станет ущербницей, если я не узнаю, кто убил буйство. Завод. Да, это завод какой-то. Что это? Это да. Да, давай. Вот. Грифон, похож на него. Дерево прикольно. Туда идем. Вот сюда. Я не хочу умирать. Это кто? Come on!
боги, ангельское требье! Вашему предводителю придется меня принять! Ну же, смелее! Я прорублю себе дорогу! Что у нас здесь? А чем мне сломать? Здесь стенки вот эти вот фиолетовые. Как-то. Так, вернемся обратно. Я вообще не знаю, зачем сюда пришел. Так, пойдем сюда. Женщина на помощь попросила. Да, вот. Чего ты хочешь? Это безопасно? Кушай, кушай. Ну, кушай, давай. Не будет. Да, еще один. Кушай, кушай, давай. Там еще есть, но как-то неинтересно. Не могу вообще. Что это значит? Что ты? Мне нужно туда. Под водой можно?
Ну там огонек, как их достать? Нажмите дальше. Может, типа, это выход все-таки? Еще одна. Здесь пути нет. Вообще. Уж, уж. Да почему? А я успею? То есть я возьму его, отправлюсь сюда, и не могу не успеть. Точно покушаю. Ну. Ускориться никак нельзя. Давай еще. Вот еда, кушай. Да не смотри. Ой, я обожаю эти загадки. Как еще сделать, я не понимаю. Мне нужно через тот... так сказать, краток. Ну как это сделать? Щитки не работают. Отсекается в эту стенку еще. И все ради этого. Куда идти-то опять? Здесь я... Стоп. Окей.
где я еще не был? Тут? Здесь. Ну все, тут больше некуда идти. Спуск сюда. Там уже все сделали. Вот, игра даже не показывает, куда идти. То есть, ну вот, туда мне надо идти. Дальше что делать? Вот каким образом я должен догадаться или что-то сделать? Почти. Он мне достанет. Точнее, она. Эй, туда идти, что? Под водой ничего нет. Тут я все обошел. Здесь я был. Там я тоже был. Не долечу туда. То есть в каком направлении должна работать логика, чтобы я туда достал? Вот как, каким образом, как я должен пройти эту игру? Серьезно? Я не знаю, нет слов. Не таким я представляла ангельский аванпост. Когда мы войдем... Мы идем внутрь? Для разнообразия держи рот на замке. Госпожа, похоже, они нам не рады. И не должны. Небесное войско! Вы знаете, кто я? Что я? Если хотите увидеть закат, лучше сразу... Почувствуй огонь небесного клинка! Отлично! Ненавижу болтать! Ты мне не родна! Отправляйся в бездну!
Отступай! Твои братья тебе не помогут сейчас! Направлен не на тех. Сомневаюсь, пташка. Узиэль, пришла закончить то, что начал твой брат война. Понятия не имею, что война сделала или не сделала, мне все равно. Значит, ты здесь за душами моих соратников-ангелов. Решила, что я не узнаю оружие повелителя пустот? Я служу лишь совету, я охочусь на семь грехов, тех, кто остался. Но меня занимает и другое. Предательство, совершенное вашим славным царством. О, да. Мои дела, цари, узрите и посмейтесь. Мы едва можем защищаться, не говоря уже о том, чтобы предать одного из всадников. Мой скакун, буйство, пал от ангельского оружия, прежде чем я смогла призвать его. И я узнаю, зачем, и пролью кровь. Поверь моему слову, я не питаю любви ко всадникам. Из-за вас разразился конец света, и мы... Мне неизвестно ничего о заговоре против тебя или твоего задания на земле. Среди своего рода Узиэль один из достойнейших. Это не значит, что никакого заговора нет. Как видишь, у меня по горло своих забот. Возможно, мы сумеем... заключить сделку, всадник. В последнее время силы моего воинства иссякают, и с каждым днем потери только растут. К своему ужасу я узнал, что моих собратьев убивают те, кого можно назвать нашим кошмаром наяву. Нежить, неприкаянные мертвые ангелы. Демоны также стали целью. Их тоже утаскивают в царство нежити. И кто, на твой взгляд, за это в ответе? Единственный, кто способен на столь безбожные деяния, это похоть. Похоть? Ты выжил из ума. Я прежде встречала его. Он не владеет подобной силой. Но почему ты уверена, что мир таков, каким был прежде? Если верить слухам, некий демон наделил похоть силой одолевать войска как небес, так и ада. Он наживается на конце света. Он превращает ангелов и демонов в нежить. В бездумных тварей, способных лишь на жестокость и разрушение. Если я уничтожу похоть, решив твою дилемму, ты предложишь мне что-то взамен? Такую сделку ты мне предлагаешь? Верно. Я сделаю все, что в моей власти. И как знак нашей доброй воли, всадник. Пусть этот крестовый клинок послужит тебе в твоем походе против похоти. Его растущее могущество погубит нас всех. Узнай, кто пытался меня убить. В обмен я заставлю похоть раскрыть перед смертью источник его могущества. По рукам. Если узнаешь, что ты мне хоть в чем-то солгал, ты пожалеешь, что кто-то из моих братьев не вырвал тебе сердце. Новое оружие. Возможно, твоя угроза сдержит его. Вряд ли. Ты бы доверилась ему?
Мне-то и не нужно. К тому же, доверия нет в словаре наблюдателей, включая, разумеется, и меня. Невыносимый призрак. Здравствуй, ярость. Выглядишь весьма свежей и румяной от гнева. У меня нет на тебя времени, демон. Да-да, ты очень занятой всадник. Многих надо посетить, многие места надо угробить. Это точно. Однако, позволь полюбопытствовать, не нашла ли ты в своих героических странствиях некий артефакт? Ничего особенного. Артефакт? Как он выглядит? О, это всего лишь побрякушка. Забава, созданная пташками. Такой крест с острыми концами. Возможно, я солгал. Это не побрякушка, но, молю, жалься надо мной. Демону тоже нужно есть. Я нашла его. Он мой. Я дам тебе за него 1 000 000 душ. Души твоя валюта, острые предметы моя. Никакой сделки. Впрочем, ты еще можешь мне услужить. Ты случайно не видел ни живых ангелов и демонов? Не жизнь, к сожалению, видел. Те, кто был бессмертен, заслуживают лучшего. Сейчас я не скучаю по пташкам, но это просто неправильно. Тогда все. Узнаешь что-то, дай мне знать. Неужели тебя ничто не тревожит? Разве ты не испытываешь сострадания к тем, что были великими, но теперь лишены силы, которой, как они думали, управляли жизнью? Возможно, когда я выясню, зачем они пытались меня убить, то найду время для сочувствия. Как же она холодна, прямо опьяняюще для столь вспыльчивого демона. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Заставь их кричать, всадник. Локация прикольная, красивая. Я думаю, продолжим дальше. Попозже. А